Короче, так. Вот Иллария, да, как правильно зовут? Вот Иллария, первый трудовой день. Что ты делала, Иллария? Я полола огород. Правильно. А что там на огороде росло? Там росли вот такие вот сосняки. Вот так, чего ты полола? Ну, росли и росли бы. Что там защищало? Ну, картошку. Правильно. Картошка. То есть картошка, она заросла большими сорняками, да? Да. Ей надо освободить от сорняков. Не просто аккуратно. Мы вот так вот немножко, я тоже помогла ребяткам, но без перчаток была. А, Лария, покажи свои перчатки. Что ты с ними сейчас будешь делать? Мокрые грязи. Я их буду сейчас стирать. Отходи, отходи в сторону. Вчера прошел дождик. Вот там Лена едет. Ну все, ладно, мы пошли. Иллария пошла мыться. Все, с Богом. Лена, проезжай сразу. Лена, Лена, сестра, туда, туда, туда. Вперед? Да, 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 вперед. Туда заворачивай сразу. Вот Лена приехала в Гладищук, привезла. Сестру одну с двумя детьми встречала их с самолета. Вот этот улов у нас. Вот карасей. Такая красота. Красота, да. Вкусная. Встречай. Сейчас. Мы для тебя. Катя, иди сюда, Катя, видишь, что идет? Надо собирать. Да я только что домой зашла. С миром. С миром прямая. Проходите. Вещи берите сразу. Вот именно плохо, да. Женщины сюда, сестры. С Божьей помощью, вашими молитвами добрались. Нормально дорога. Ничего, Елена мастер. Ну там это. Там лужи такие хорошие. Можно было бы не застрять. Аккуратненько. Ну, у вас же Библия-то с собой, если что. Да. Посидели собой? Бы, почитали. Да, у нас Библия всегда с собой. Да. Мы уже читали. Тебя как зовут, отрок? Как? А? Арсений? Я тебя сейчас провожу туда. У нас мальчики в другом доме находятся. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Катерина. Марина. 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 Ну, Лена уже в курсе, заходите. Лена, туда лучше не ставь. Там все в рыбе. Высушить их надо. А что там? А, рубашки? Нет, ну, сейчас нет, надо нет, это, нет, только нет, в гараже, нет, если сейчас стоишь. Мы сшили и уже постирали. Ну, в гараже надо будет повесить. В гараже? Угу. Там, в той стороне. На кухню пока, на кухню заноси. Я думаю, где их оставить. Ага. Здесь пока где-нибудь положи на кровать. О, тут порядочек. Да-да. Куда посмотрите? А? А вот туда проходите, туда, в комнату. А ты пока здесь будь. Ты сейчас в другой дом пойдешь. Там у нас женщины спят, а мужчины. А, ты принесешь? Ну давай, занеси. Значит, их беги, там кастрюля стоит на траве, помой ее и принеси. Надо им показать, какое место они могут занять. Сейчас я покажу, там все спят. А еще грязные сорняки. Масло, кислота. Что это? Твоя кислота и масло. А, кислота и масло. И возврат. Друзья, где же банка? Банка еще. А с бензином не получилось? А? Бензин не получилось купить? Я бензином написал. Просил масло. И бензину тоже. Нет. Я его просил, Андрея. А не передал он? А, ну значит это. Хотя видно, что сообщение он прочитал. А, забыл по нему. А там вот так вот все. Ага, все понятно. Ну это на кухне у нас. Ну все тогда. А что не умываешься? Я умываюсь. А что, вон, умывальник-то вон он, подойди. А, сфотографирую. На память, да? Рыжий. Значит, рыжий немножко похудел даже. Ну ладно, в принципе, слава богу за все. Приехали.